Анюшечка, привет, мой зайчик. Куда мы собираемся, дочка? Прыгать с парашюта. Да, папа будет прыгать с парашюта. Короче, сегодня денечек такой будет интересный. Бабушка Валя, да? Мамочка бабушка моя. Оля. Бабушка, не, бабушки Валя. Бабушка Оля знает, да, то, что мы будем прыгать. А бабушка Валя не знает. Соответственно, она, когда увидит это видео, она реально будет в шоке. Ну, мам, ну, если вышло видео, значит, все хорошо, я жив, все в порядке. Смотрите аккуратно с батей, не волнуйтесь, потому что это вот такие волнительные моменты. Но прыжок с парашюта — это не шутки. Так что я вас очень сильно люблю. Короче, ребята, по моему прикиду понятно, да, то, что сегодня будет прыжок с парашюта. Теща подарила подарочек мне на день рождения, так что нужно не подвести. Мама, ты сильно не переживай, сын твой, соответственно, я думаю, долетит до земли, по крайней мере, ну, я думаю, на парашюте, да. Долетит, то понятно, но без парашюта херово, конечно, будет лететь. Так что вот здесь вот подготовочка, через 20 минут у меня прыжок. Так что, мама, не переживай, я тебя сильно люблю. Все будет хорошо. Я сам волнуюсь, руки мокрые. В рамках безопасности GoPro, соответственно, брать туда нельзя. На самолет будет у нас идти видеосъемочка. Там заказали видеосъемочку, будет снимать, как мои слюни там будут растекаться по всему воздушному пространству. Там группой будут прыгать, поодиночке. Здесь вот такой вид у нас. Скай-центр в Пущино. Вообще очень крутое заведение. Вообще все четко. Короче, ребята, сам переживаю, честно. Вообще очень сильно волнуюсь. Я думаю, что все пройдет хорошо. Соответственно, самое главное — не обосраться в полете. А то будет, как говорится, не сильно удобно будет перед инструктором, да, потому что он уже сзади меня будет. Так что такого немножко юмора, да, ну, хоть и честно, оно меня не радует, даже улыбки нет у меня. Там вот ребятки, видите, собираются, сыграют, будут прыгать. Там у меня родичи, группа, поддержка, бабушка, мама, дочечка. Короче, как-то так. Группа, поддержка моя, вот она. Привет! Один человек, группа поддержки. Второй человек, третий человек. Перед раскрытием потом такой же сигнал, ручку надо сложить на грудь, чтобы во время раскрытия себя не травмировать. Где-то метров 300-400 будет купол раскрываться, наполнится, раскроется, все, устаканится, это будет голос, там будет что-то 95 на основании ног, чтобы пяточка, двумя ногами, и встать в полный рост. Не перестать, а встать, чтобы не было расслабленно. Голову не подтягивай, ты усаживаешься под лестницу. Большой палец, 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 большой
На чем сидишь, как на качеле, в детстве качался на качеле, пытался сесть, вот то же самое. И в таком положении с тобой приземляемся, куда ноги не вытягиваются. Приземляемся, смотри, твои ноги выше, но мы не приземляемся, как уже остались, скажу, встаем, и ты встаешь, хорошо? Все. Тогда ждем информации. Скажете, как все. Да, лишние перчатки бери, или вас скажут, выходить на старт, выходим на старт, там случается. Старт прямо туда, вот, по дорожке, ты выходишь. Группа поддержка в танцах у меня. Да. Ритуальный танец. Папу так провожает. Мишка, Мишка, Мишка. Как будет папа с парашютом прыгать? Юху! Погодка сегодня вообще позволяет для прыжка. Там он уже летят. Ребята, на парашютах, класс вообще. Анна сейчас занята тоже. Потом, потом. Все, давай. Ах ты, зайчики.
Вот это мы могем! Поздравляю! Фу, вообще круто! Самые крутые эмоции. Поздравляю! В жизни вообще. Спасибо большое вам. Поздравляю. Сергей. Спасибо. Поздравляю. Фу. У вас первый? Первый. Молодец. Ва, класс вообще. Ребята, советую. Давайте с инструктором. Фу. Шапочку можно снять. Я тоже сниму. Шапочку снимай. А. Да. О. Молодцы. Фу. Мы сделали это! Ура! Ура! Класс вообще! Долгожданный полет мой! Класс! Я нашел их на нас. Вообще супер! Это три слова! Так, ну как? Поделитесь впечатлением, пожалуйста. Вообще круто! Ну вообще кайф! Анютка вообще класс, дай! Слава Богу, вообще! Я на земле! Вообще крутое ощущение! Советую всем вообще. Что так долго летел? Ну так долго, 4000 метров, дочка. Ой, уши заложило. Да. Ну как впечатления, вообще, Сереж? Вообще крутые. Ну это такие впечатления, которые... Таких впечатлений никогда в жизни не было. Это надо попробовать каждому. Да. Ухо правое заложило, правда. Давай еще раз. Папа, тащи вертолет. Ты хочешь парашют? Наверное. Я, наверное, я хочу все. Бери, самое большее я хочу... Сказать, мама, если ты смотришь это видео, значит, Сережа уже на земле, не переживай за это. Все хорошо. Все хорошо прошло. Вообще сейчас крылья распускают. Ой, хорошо. Спасибо большое. Поеду еще сертификат тебе. Там это, музей вооруженных сил Белоглазого вообще это. Отдельный, чего-то у нас Белоглазого много развела. Так, возьмите, пожалуйста. А? А, не говори. Это приемный будет. Сейчас научится прыгать, будет лучше Белоглазого. Фамилия. Их много. Фамилия. Тот-то уже умеет. Берешь человек легенды тоже, твоя фамилия. Прошу на спорте. Это от водки это пройдет. Ну, не отполоняет все. Ну я только зашел. Ничего не отказал, так, да? Тезка, поздравляю тебя. Всем спасибо большое. С высотным прыжком, гвоздем на стенку, вокруг фотографии красиво развесить. Все хорошо, вы лучше. Давай, счастливо, удачи. Свежие мысли, мне все уже понятно без слов. Пусть не везет мне по жизни, но точно мне с тобой повезло. Мы лежим в горячей ванной, как обычно, строим планы. Может, и мы не сбыться.